Здравствуйте, дорогие друзья! Решили мы сделать тандыр из бочки. Была у меня вот такая вот бочка. Это советская бочка. Посмотрите, какая она мощная. Тут обручи вот такие вот наваренные сверху, снизу. Все это когда-то делалось в советское время, делалось добротно. Бочка была оцинкованная. Ну, потихоньку цинк начал сходить. Мне ее пришлось покрасить. Но краска тоже слазит уже. Внутри, покажи мне, что мы обработали преобразователем ржавчины, потому что пошла ржавчина немножко. Сейчас эта ржавчина выйдется, и мы ее нейтрализуем водичкой и содой. Промоем хорошо, чтобы там на всякий случай никакой кислоты не оставалось. Дальше, что мы сделали снизу? А, я вырезал верх отсюда. И чтобы на всякий случай усилить дно, мы с сыном привалили его на дно. То есть получается двойное дно, добротное, крепко. Вот видно еще это дно, вот оцинковка. Оцинкованное все было. Приварили вот такие вот ножки. Ножки это для того, чтобы проходил воздух. Какая-то циркуляция воздуха тут была, чтобы она, ну, не сгнила снизу. Потом все это покроется жаростойкой краской. Дальше, что мы такое интересное сделали? Это все только подготовка к бочке, к дальнейшей работе. Приварили вот такую вот ручку, нашли кусочек какой-то проволоки, катанки. Сюда можно будет полотенечки повешать, такое. И сделали столик для посуды. Можно, ну, что-то можно, чугунок можно ставить тут. Снизу вот сделали стоечку, чтобы оно не прогибалось. Ну, так вот. Так что внутри будет выкладываться камни. Как это все будет делаться, вернее, кирпичом жаростойким. Как это все будет делаться, все заснимем, покажем. Конечно, мы не специалисты большие, а так, немножко в интернете, немножко со своей головы. И вот так вот потихоньку делаем, строим, как говорится. Все, скоро поедем за кирпичом. До свидания всем. Всем пока. Следующее видео еще будет.